Настя у нас в гостях приехала в Лазовское и хочет передать вам приветы. Всем привет. Все? Да. Ну расскажи, Настя, откуда вас, что? Из Пензы. Настя приехала из Пензы, живет тут у нас на улице Адоевского. Вот пришла со мной повидаться, поговорить хотела со мной. Вот мы тут теперь поболтаем. Ну, помахала ручкой еще. Стесняется Настя еще, но стесняется. Она у нас, кстати, тоже занимается блогерством уже. Но только начинающий блогер. Так что сегодня ждите приветы.